Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив. До 16 декабря все желающие смогут проверить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, а также получить индивидуальные рекомендации. Вопросы онлайн-зачета касаются отдельных тем, сегодня актуальных. Это тема инвестирования, тема защиты от финансовых мошенников. Также участники зачета смогут проверить свои знания о платежных системах, налогах, вкладах, депозитах, страховании. Отдельная часть зачета предназначена для предпринимателей. Им предложат ответить на такие вопросы, как инструменты финансирования и государственные меры поддержки. Впервые в этом году можно принять участие как в личном зачете, так и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании. На прохождение испытания участникам дают 1 час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз. Количество попыток не ограничено. Без финансовой грамотности, так же, как и без цифровой грамотности, мы сейчас уже не можем обходиться. И, безусловно, вот эти зачеты помогают нам понять, какие компетенции, какие знания еще отсутствуют у наших школьников, у наших обучающихся разных уровней, для того, чтобы правильнее выстраивать и программы обучения, и в формате спецкурсов, в формате классных часов. При правильном ответе на 20 и более вопросов участник получит именной сертификат. Для участия необходимо зарегистрироваться. Подробности на сайте finzachet2021.ru.